Здрасте, дорогие подписчики, с вами как всегда Алькатрас, и мы продолжаем прохождение игры Bioshock Infinite. И вот, кажется, мы уже близки к развязке, так как та птичка все-таки нас нашла и забрала Элизабет. И теперь мы должны ее вернуть, кажется, и, как я понимаю, птичка эта улетела сюда. И это, кстати, дом Комстрака. Ну, видимо, здесь финал будет. Так, и нас что-то поджает, в случае мне леди Комстрак. Can you hear me? Нет, это стоп. Get your hands off of me. Это разрыв. Стой. Так, стоп. Мы не прошли в него? Бля, я думаю, мы прошли в разрыв. Ну ладно. Так. Еще одно окно. Ладненько. Наша леди Элизабет. Some men dream of money. Some men dream of love. My father dreamt of a flood of. Так, куда нам сейчас-то? Блин, все светло, хер поймешь. Так, давайте сюда уйдем. А, вот сюда как раз и надо. Так, мне кажется, это не Элизабет говорит, ее просто заставляет, не знаю, или вообще это Комстрак переделал ее голос. Так, а в сохранении. Что это, кто это? Лезет наверху где-то. О, это духи. Ой, блин. Ой. Какого? Так, фигово, без Элизабет немного. Так, охренительно дерьмовый, кстати, автомат. Тут, блин, прекрасно, ничего нет еще. Добавок. Так, прекрасно, будем тебе знать таких... Не знаю. Блин, что-то вот заболел. К чему бы это? Так, у моей любимой пушки нет патронов больше. Так. Alright. Listen. I just wanna see the girl. What were those? Doesn't matter. Just gotta get to the warden's office. Так, как минуту попасть? Так, а как он? А, вот уезжает. Your father gave you a lovely home, and you chose to destroy it. He's not my father. Понятно, там Элизабет пытается промыть мозги. Но мы этого не допустим. Поехали наверх. Интересно, мы на самый верх поднимемся? Да и соли у нас почти нету. Прекрасно. Мы очень в очень тяжелой ситуации. Блин.
Ребекка. А вон он. Так, ему на глаза нельзя попадаться. Сейчас попробуем убежать туда, когда он посмотрит снова влево. Так, а что, куда нам вообще идти? Так, понятно. Так, хорошо. Скачи. Так, мне срочно найти что-нибудь нужно. Ой, блин. Соль. Хоть какая-то уже. Ну, что-то радует уже. Так, давай. Так, нагреватель. Особого выбора у нас нет, придется сходить с тем оружием, который найдем. Тут вообще почти ничего не дают нам, к сожалению. Так. А, о, ручная пушка, как раз. Несколько патронов. Не знаю, давайте это что ли оставим пока. Автомат-то не очень-то нам, как я понимаю, помог. Так что у нас. Понятно. Опять это сиденье. Честно, меня отсюда не спалит. Нет, похоже, что нет. Куда нам? Влево сюда, да? Угу. Да хватит сам стрелять-то. Боже, твою ж мать. Ой, блин, эта игра меня сколько доконает. Своими автовыстрелами, блин. Какой хер он вообще сам стрелять? Меня это интересует. Потому что здесь никого не было, блин. Кнопка заела просто. Здесь нет этой твари. Я доктор Петтифог, Элизабет. И я буду заботиться о тебе. Defiant, даже после всего этого времени. Дуит просто оставил тебя здесь. Тебе нужно отдать на него, любовь. Welcome. Ну вот он, я здесь уже, чё вы. Пытаюсь держать обещание. Бля, вон он. Блин. Стелс миссии, да, прям какие-то. Так, хорошо. Как так пойти, чтобы он нас не запалил? Может, этим? Нет. Хватай ты. Ты...
Ой, блин, сейчас где? Так, в сторону. Так. Блять. Так, ладно. На них ничего не действует. Надо чисто пробираться мимо них. Убить их нельзя. Они в любом случае успевают выкрикнуть и сдать нас. Так. The specimen needs to be destroyed. We couldn't even hold her in that tower. And now the prophet. Destroy the lamb? His hair? If we modify the procedure, we. Чушь, ты сам, мать твою, стреляешь? Меня бесить это уже начинает, честное слово. It would seem an accident. Блять, я сейчас такси патроны засу, честное слово. Так, пистолет обычный. О, с пистолетом будет лучше, наверное. Я думаю. Блять, человек вагона, блин, тебе еще не хватало. Давай, помоги мне. Блин. Где пулемет? Так, где человек вагона? Так, хорошо, он за нами сразу. Так, завалили. Так, завалили. Так, ручная пушка, хорошо. Так, потому что всю игру не приходит, ну, всю эту миссию не приходится прорываться из этих кричащих существ, которые, с помощью которых начинают управлять вот этими куклами, что это бродит, душами, заблудшими. Так. Так, нам сюда. Так, очередной разрыв. Prophet, even if we cure her, why do you think she'll do what you ask? My daughter has two problems, doctor. One is the condition that science will cure her of. The other affliction is of a spiritual nature. What affliction is that? Hope. Понятно. Так, ты кто такой? Куда ты побежал? Блин. Так что это обычный пистолет. Жуткое местечко, честно. Очередной разрыв? Да. Полгода. Офигеть. Так, надеюсь, меня никакие секунды не ждут. Ага, вон те куклы, значит. Где твой, эту тварь где-то тут? А вот какой-то панель. Надо найти, где она находится-то. Откуда она светит-то? Так. Вон она. Как нам так повели, чтобы она нас испалила-то? Трудно сказать, очень трудно сказать. И запустим эту куклу одну убью. Бля, в любом случае. На.
конечно. Так, а вот всегда пустые. Так, ну что, у вас обыскаться новости, когда ничего нету. Так, снаряжение. Так, что это? Так, давай наденем. Давай наденем, давай наденем. Так, куда нам, сюда же? Да, походу сюда. Давайте глянем, что у нас тут. Ничего. Так, а во, соль. Хорошо. Ладно, идем. Так. Так, найти бы какой-нибудь лифт отсюда и поехать уже. Так, это еще кто играет? Нам сюда хоть? Да, сюда. A man once promised me that he would free me of my chains. But in the end, he abandoned me to serve his own needs. But in some ways, I thank him. He showed me exactly how much faith our species deserved. Понятно. God put his face in men once too. It seems that we have something in common. Так, ничего ценного нету, идем дальше. Disappointment. Или у нас было у нас? I did not always ничего нету. Truth, I ran from his embrace. I even denied that I was his. I followed a man. Так. Так, так, так. Куда нам сейчас придется-то? А, на лестницу, конечно. Вообще, я сразу не заметил. Да? Так. Так, нашли что-то. Ну, давайте надень. Я все надеваю, все, что нахожу на себе. Так. Что за звуки? Неприятный. Так, пистолет. Фотки какие-то, не могу их забрать нормально, ладно. Так, а что у нас на том столе? Соль. Соль — это хорошо. Так, ну нам в эту сторону нужно, даже давайте пошли без тут. Так. Так, кажется, все, пришли, да? Кабинет директора. Так, телефон, так, обыскать шкаф. Для патронов бы свои пушки найти. Ну, нашли что-то немножко. Так, ну давайте откроем ворота. Постель Элизабет. Твою мать, я обосрался. Так, что за... А, понятно. Так, где вы там? Так, сколько вас еще тут? Всем. Так, хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. О, хорошо. Теперь куда нам? Блин, ну я испугался. Эта херня, блин, прям за нами оказалась. Ага, вон нас ждут там уже. Хорошо. Ох, твою мать. Охереть. Ладно. Ты же кем, мать вашу, живучий-то? Так, прячемся. Так, надо успеть.
Щиты нам прокачать немножко. Стой ты. Да блин. Говорил. Ура, всех убили. Фух, блин, на грани. Без Элизабет как-то вообще тяжело, я смотрю, тут нам сражаться. Так, ладно. Жизни у нас вообще, можно сказать, уже нету. Так, а что здесь похавать, я вообще не вижу. Я сомневаюсь, что в таком заброшенном месте вообще можно похавать. Так, куда нам? А, нам вообще обратно надо возвращаться, да? Так, это кресло, я помню, здесь вылезало. А стоп, мы там же одного робота проскочили, да? Или он исчез уже, надеюсь. Так, света я не вижу, что-то. Так, соль, хорошо. Так, куда теперь? К лифту, да? Куда нам? Так, нам надо ехать, да? Ну что, погнали. Элизабет, я иду. Не бойся. Если честно, это самый сложный уровень, пока в игре, который я вообще испытал. За что здесь нам вообще ничего не дают. Ага, вот она, дверь открылась. Elizabeth, hold tight! Так, а что еще? Ну, это, конечно, это просто чайник. А... Опять вы. It's a tear. What is it? Why do you ask what? When the delicious question is when. Lives, lived, will live. Dies, died, will die. Блин, что они хотят нам сказать, я не понимаю. Элизабет, вон она. As you can see, Booker, the lunatics are running the asylum. They don't even listen to me anymore. All I can do is watch as what I set into motion slides into its terminal stage. It took all I had left in me. Just to bring you here. Elizabeth, I don't understand. I heard you screaming. I was coming to get you. Are we... Here. Take my hand. Что-то я не хочу тебя брать за руку, просто какая-то подозрительная, блядь. Мне кажется, это вообще не Элизабет, честно. Это не Элизабет. А, это Элизабет, только она старая. О, чёрт! Say what you will about Comstock. He was a hell of a fortune teller. Wasn't the torture that broke me. Wasn't the indoctrination. Was time. Time rots everything, Booker. Even hope. I was coming. Songbird. He always stops you. Yes, but I would find a way. No. It's too late for me. I brought you here for your sake. Yours and hers. Here. Давайте возьмем. What is this? It's for her. She'll know how to read it. What does it say? It's advice. Advice on what? How not to become me. Вот что нас ждет, если мы не сможем спасти Элизабет. Твою мать дело, дрянь. Что значит смысл? А, чё-то мы его на голову включали. Так, хорошо.
12. Before she... There's still time. Elizabeth! Нам надо спасти Элизабет любой ценой. Продолжаем. Твою мать, что ты творишь? Так, что нам делать? Так, надо отключить провода, да? Так, что нам делать? Как ее отключить? Куда идти? Так, куда идти-то? Куда идти? Так, сюда. Так, а вот провода идут же. Ой, блин. She is not your daughter. Давай пулемет. Так откуда ты взялся? Так, банан. Так, покушали. Ладно, убейся быстрее, давай. Так, хорошо. Так, похавали, хорошо. Так, у тебя что было? Хорошо, патрончики немного. Да, блин, кругом пулемет, вашу мать. Там... Почему горим? Ой, прекрасно. Так, одну почти уничтожили. Давай, в сторону. Хорошо. На, блин. На, блин. Готово, прекрасно. Так, что у вас было? Для автомата, для опять какого-то огневого автомата. Так, нам сюда. Мне кажется, так, нет, надо еще выше подняться нам. А, блин. О, ой-ой-ой. Не, надо тебя было убить рукопашку. Блин, тупо патроны стоить. Дебил. Так, хорошо. Отключим первый рычаг. Как мне интересно нам туда попасть? Очень так хочется как-то. Ладно. Твою мать. А у нас соли нет. Прекрасно. У нас шансов нет, ё-моё. Как нам надо было пройти это? Так. What just happened? А, теперь нас не Элизабет возвращает. А вот соль была. А, так я ее пропукал. Так, хорошо. Ладно. Давай, помоги мне. Ой.
Чего ж такие живучие-то, ё-моё. Давай, убей их. О, хорошо, завалили его. Хорошо. Так, где у нас еще? Где вы еще? Так, что у тебя было? Где ты? Твою мать, ты издеваешься? Блин, надо избавиться от карабина. Такой говно. Ой, блин. О, возьмем свою любимую пушку лучше. Во, вот это я понимаю. Пушка, блин. О, дробаш есть какой-то. Давайте его возьмем лучше. Так, ладно. Так, стоп, куда нам сейчас? Так, это. Так, ну здесь нам Элизабет понадобится. Так, хорошо. Так, идем. Идем. Хорошо. О, давайте у копашку убьем. Ну ладно. Соли нет? Ну ладно. Так, второй отключаем. Опа, разрыв открывается. Что за... Элизабет, о, чёрт. Элизабет? Вон, Элизабет там осталась. Элизабет, I'll be right there! Бегом за Элизабет. Так, как нам завернуться-то? Так, бегом. Ой, блин, как светло тут. Так, быстрее. Элизабет, там нужна помощь. Черт. Элизабет, я уже рядом. Блин, как ее спасти? I'm gonna fix this. Oh. Ready? Just do it. Here. Ох, блин. Это жестоко. Help me with this. Помочь Элизабет. What is it? Just read it. Зашнуруйте, как я. Давайте. She's given us a way to get past Songbird. We're gonna find an airship and we'll leave Booker. Paris, Elizabeth. Remember, you wanted to go. We're not leaving. We are going to find Comstock. Why? You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what? You're going to kill him? This is where you start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Not a damn thing. Because I'm gonna do it for you. Вот так. Так, спи с нами снова, Элизабет, и это прекрасно. И знаете что, давайте тогда закончим на этом эту серию. В следующий отправимся убивать Рамстера. Как, блядь, я забыл всё имя. Ну а всем спасибо за внимание, с вами был Алькатрас, всего хорошего, пока.